Audi A3 – самая компактная и доступная модель четырех колец на нашем рынке. Тем удивительнее, что новое поколение, будучи представленным прошлой весной, доехало до России только сейчас. На старте продаж трешку предложат со 150-сильным турбомотором, 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Так что клиенту останется выбрать лишь кузов – седан или хэтчбэк, да комплектацию. К слову, комплектации лишь две – Young и Drive. У Young кузов окрашен синим металликом, а у Drive – серым перламутром. А еще эти исполнения отличаются друг от друга разной обивкой сидений. Набор оборудования общий. Это виртуальные приборы, 10-дюймовый тачскрин медиа-системы, двухзонный климат-контроль и светодиодные фары. Закрывают список камера заднего вида, автопарковщик и круиз-контроль. Цены на седаны и хэтчбеки оказались одинаковыми, а точнее минимум 2 миллиона 490 тысяч рублей. Ровно столько же сейчас стоит главный конкурент маленькой Audi – Mercedes A-класса. В начале года марка Mini весьма заметно обновила хэтчбеки и кабриолет. Притом первые нашей публике решили предложить экстремальную трехдверку John Cooper Vox, что оказалось сразу на 300 тысяч рублей дороже до реформенной машины. Коротко напомним, что рестайлинг текущей генерации Mini-ка вышел более чем удачным. Хотя дело ограничилось лишь сменой обоих бамперов да внедрением диодной оптики. В салоне под замену пошли дефлекторы вентиляции, селектор коробки и руль. Плюс, разумеется, медиасистема обрела более современную начинку. Но диагональ тачскрина осталась прежней, чтобы не навредить самобытному дизайну. Техника не изменилась нисколько. Конкретно версия JCW оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 231 лошадиную силу. На выбор есть 6-ступенчатая механика и 8-диапазонный автомат. И закрывая тему российских дебютов. У дилеров появились первые кроссвены Kia Carnival. Это своеобразный гибрид минивэна и кроссовера, построенный на платформе кроссовера Sorento. Соответственно, гамма моторов тоже общая. В начальную комплектацию за 2 миллиона 600 тысяч рублей включены 7 подушек безопасности, продвинутая медиасистема, светодиодная оптика, камера заднего вида, плюс пара кондиционеров спереди и сзади.